личностями, анимацией, да. И теперь вы уже знаете много способов, как можно противостоять вот таким вот профессиональным манипуляторам. Спасибо большое за беседу. С нами была Ольга Луганая, практический психолог, гештальт-терапевт, член Всемирной академии позитивной психотерапии, автор книг по кризисной психологии. Радио «Правда для России». Мы продолжаем наш эфир. Вот уже несколько недель страшные кадры из Бучи расскажи местным жителям Северного Кавказа. Сегодня мы хотим пообщаться с Екатериной, журналисткой одного из украинских СМИ. Вся ее жизнь прошла в Бучи. Там выросла она, ее дети. Там сейчас ее родные и друзья.